На эти выходные в Якутске прошел турнир по вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта Советского Союза Василия Константинова. Сюжет Власия Сергеева. 16-й по счету открытый отборочный турнир училища Олимпийского резерва среди юниоров памяти именитого борца также был приурочен к 25-летию со дня основания училища. К этому дню юные борцы готовились с особой тщательностью, так как это хорошая возможность проявить себя на большом соревновании, а также пройти отбор в команду сборной республики для участия на чемпионате России, который пройдет в конце октября в городе Пермь. Соревнование шло в 10 весовых категориях среди юношей 1999 и 2000 годов рождения. За звание победителя на ковры вышло более 80 спортсменов, представляющие различные школы вольной борьбы со всей республики. Всего на этом турнире была представлена 51 команда. Нынче у нас по борьбе очень хорошие результаты. Победители первенства мира, призеры мира и Европы. И среди сегодняшних борцов тоже есть очень перспективные спортсмены. За ходом соревнований внимательно наблюдали родные сестры Василия Константинова, которые присутствовали на турнире в качестве почетных гостей. Наш брат Вася Константинов с детства был очень мальчиком гибким, спортивным. И телосложение у него тоже спортивное, очень широкие плечи были у него. И сам был спортивный, характер тоже у него очень спортивный. Все участники данного турнира полны амбиций, и их всех ждет интересный, но сложный путь к спортивным вершинам во взрослом спорте. И мы все будем надеяться, что многие из них достигнут того же, чего достиг Василий Константинов. Власий Сергеев, Антон Никифоров, Андрей Рукавишников, Якутск.